Самая пожилая абитуриентка живет в США. Мари Хант, 103 года. Старушка только окончила среднюю школу в штате Висконсин и теперь думает о поступлении в колледж. 90 лет назад она была вынуждена бросить школу, чтобы заботиться о своих 8 младших братьях и сестрах. И теперь, столько лет спустя, решила наверстать упущенное. На церемонию вручения диплома женщина, как и другие выпускники, пришла в черной мантии и академической шапочке.